Здарова, народ, ты на канале Дед Сад, меня зовут Дед, и сегодня я хочу попробовать протестировать, так сказать, это тестовое видео, игрушку, легендарную игрушку под названием Vigilite, или Vigilite, мы ее называли Vigilite раньше, собственно. Она у меня, если что, вся пройдена, то есть я когда-то давно игрался, я обожал ее. Вот, и я ее всю прошел, то есть вот видишь, подсвеченные желтым значки, значит, это типа мы прошли всю историю за всех персонажей, кроме вот тех трех, но за тех трех нельзя играть в истории именно, им можно просто поиграть в аркаде так называемой. Так, играю на самой большой сложности, потому что больше всего всяких ништяков приходит. Ну и давай, в принципе, покажу тебе отрывки историй. Вот. Нашел версию когда-то давно еще. Нашел версию. У меня не было некоторых супероружий. То есть есть тут в игре такая штука, как супероружие. Некоторые вообще не работали. То есть ты вроде как оружие подбираешь, а оно не стреляет, ничего не происходит. Вот. Собственно, да, немножко собой закрываю я текст. В принципе, тут, если интересно, можно почитать, что происходит. Это история, то есть, вот, первого определенного персонажа. Вот. В чем суть, в принципе, игры? Это гонки, только без трассы. Гонки, так сказать, на выживание. Еще круче объяснить это будет, это просто посмотреть небольшие отрывки. Мы подбираем разное оружие и идем валить врагов, собственно. А, я неправильно, да, не с той миссии я начал. По факту, вот сейчас вот это оружие есть, так называемое особое, special. Бля, ничего себе у меня... Ты кто такой? Иди сюда! То есть он меня валит спешалом. Точнее, я валю спешалом. Сейчас немного запутался, запарился. Из-за чего? Потому что сейчас 11 ночи, и я только сел записывать видосик. Хотя я так поздно, в принципе, не пишу. Но это только сегодня так получилось, потому что очень много дел за день было. Вот. Вчера вообще видосик не вышел. Были, так сказать, свои причины на это. Где они есть? Поять. Очень много интересных персонажей. Разные автомобили. Точнее, даже не просто автомобили, а средства передвижения. Потому что вот это вот то, что у нее моноцикл, или как это назвать. Автомобилем трудно называть, поэтому... Очень много транспорта интересного, все со своими какими-то оружиями специальными. Горит собака. О, слушай, а что, мне сейчас жопа придет, если меня кто-то еще прилетит. Отстань. Промазал. Что-то как-то сложно в управлении, мне кажется. Ай-яй-яй-яй-яй. Я уничтожил. Вот, я начал с последней. Я не разогрелся, я начал с последнего уровня. Ну, да. Сейчас, надо начать с первого. Так проще будет. Вот, это ж вся история, видишь, зеленый этот, она вся пройдена. Вот. Надо подразогреться, так сказать. И залететь на тусу. Собственно, кто знает игрушку? Пишите комменты, ставьте лайки, плачьте. Вы уже динозавр, если что, если вы знаете эту игру, играли в нее когда-то. Такой же динозавр, как и я. О! Графоний попытался максимально отстроить. Все-таки ж видеокарту себе поставил, пока мисс временную, на 2 ГБ. Хотя бы, чтобы что-то тянуло, чтобы что-то играло. На. Есть спецвыстрелы у каждого оружия еще.
То бишь, что это такое? Помимо обычной стрельбы из пушки, вот я делал только что спецвыстрел, это машинка как раз просигналила, типа пип-пип сделала. Это значит, что произведен был спецатака каким-либо оружием. Буду рассказывать все подробнее чуть позже, это сейчас опять же тест. А в чем его суть? Музыка. Опять же, если прилетит авторское право на музяку, будет обидно. Придется заменять в следующих видео. Либо вообще переснимать это полностью с какой-то другой музыкой. Но убери отсюда музыку, и все. Игра уже совсем не та становится. Поэтому да. Мне нравится плавность. Такая вся оп-оп, влево, вправо. Так, а что? А, рюкзаки. Я не собрал все рюкзаки. Поэтому игра либо сейчас закончится, и эту миссию мне не засчитает. Но мне это, в принципе, пополам. Опять же, у меня все пройдено на 100%. Вот, это так, если... Если опять по-серьезки проходить, это очень долго. А так я хотя бы тачки покачаю. Да, можно прокачивать машины, кстати. Тоже огромный плюс. Игра, в принципе, разнообразнейшая просто. Вроде кажется, на машинках катаешься, а на самом деле тут такие стратегии можно строить. Я помню, мы с друзьями играли, мы только в нее и зависали. Включаем режим на двоих и погнали. То друг против друга, то вместе против всех. Да ты что, это было классно. А, собственно, да, из-за музыки. Хотелось бы так поиграться в нее, пофаниться иногда. Изредка. Блин, я не помню, какие у него еще спецатаки на этой пушке. Не. А, о, рикошет, походу. Синее ядро, так называемое. О нет, о не-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 не. Отстань. Хорошо, что я вовремя этот прицел взял. Обели. По идее, эта вся музыка создана только для игры, но опять же, если... Прилетит какое-то авторское право, и все, и видоса вообще не будет. Надеюсь, что она типа... Игрушка все-таки тоже там 98-го года. Вроде бы. Слушай, тут же тоже кейсы надо было, походу, собирать. А я не помню, где они лежат даже. Ехай, тарантайка. Кто-то, кстати, Вигалайт раньше даже сравнивал с Twisted Metal. Я считаю, что Вигалайт намного круче, чем Twisted Metal. Возможно, мне сейчас плюют в лицо, но серьезно. Графика здесь круче, чем в закрученном металле. Оружие работает, все. То есть именно как должно работать оружие. На, лови навстречу. Это ж зараза. Давай, давай. А? Хорош, прилетело, да? А? Больно тебе? Да-да-да-да-да, расскажешь. Сейчас мы тебя самонаводящимися ракетами добьем. Да отстань! Как крокодил жрет потихоньку. А? Отлично. Не помню. На ракетах тоже есть какой-то это самый. Я не помню.
А, все, скорость уже не подбирается, да. На максимум прокачана у этой машины скорость. Какой крокодил смешной. Анимацию ему такую сделали, ля. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, как робот какой-то. Ну а чё? Тогда хотели реализовать бой. Бля, как классно летят ракеты, понимаешь? То есть это не просто как вот в том же закрученном металле, она тык и куда-то там отсоединилась. Или там вообще даже не было самонаводящих. А тут вот все красиво, все проработано, все вообще. Если не забанят за музыку, будем более серьезным подходом ее записывать. Так, видишь, противника уже двое. Сейчас мы запустим ракету. На. Ага, больно. Поймал? Не-не-не-не, не стреляй по ракете, собака ты дикая. Ух ты ж. Так, сейчас нам должны, по идее... Да, вот. Говорит, к полету готов. Это типа тоже одно из заданий. Запустить ракету у кого-то там, взорвать ее наоборот. То есть мы играем сейчас за хороших, а потом можно будет за плохих. Типа, опять же. То есть здесь это история общая у всех. Ты за всех можешь попроходить и узнать историю от каждого лица. Потому что даже, как говорится, и у хороших, и у плохих она не всегда хорошо заканчивается. Отстань! О, надо X подобрать. Эть. Хорош. X это усиление твоего оружия. Бля, как горит. Прекрасно горит. Ну, ты дыметь будешь? Здорово. Так, ладно. Надо на остров съездить. С этого чувачка, по идее, можно выбить ключики, то есть защиту. Мы их называли ключики. Опа. Этот забор надо разрушить, он под напряжением. Опа. Аккуратно выезжаем. И, по сути, можно идти его валить. Собственно, задания тут простые на самом деле. Больше тут опора на фан идет от того, что поездить, пострелять. О, защиточка. Все, замечательно. Ты-ты-ты-м. Да, ну давай дальше. Собственно. И да, происходит все на типа на одних и тех же картах, но разные враги, разное все. То есть даже на одних и тех же картах играть интересно. Да, тем более их тут немало, сколько, не помню, там до десятка походу. Опять же, больше, чем у других. Почему тут графика какая-то размыленная такая? Вроде красиво, но как-то размылено. То есть в игре все хорошо, мне все нравится, а картинка какая-то как будто... Типа игру ты лучше и не настроишь уже. Ах ты, зараза. Хотя не, можно, по идее, даже попробовать лучше сделать. Ловить, чё? А них... Я что, сам поймал свой этот? Ого.
запустил в него метеор и сам попался на него. Вот же ж... Джендер. Ладно. Тогда надо поискать ключики. Подхилиться, так сказать. Сейчас вот эти ящики с инструментами заберем. Ай. Да, управление у всех машин разное абсолютно. То есть, допустим, вот тому чуваку очень удобно ездить. Он длинный. Но он не очень поворотливый. А? И сюда. Сейчас же нарвусь на его опять этот. Мне надо ключики еще поискать. Я не помню, где их искать вообще тут на этом уровне. По идее, один был там в углу. Давай, давай, давай. Да, можно колеса подобрать, полетать. Я, правда, не очень люблю полет, но... Почему бы и нет? Колеса? Слушай, на вид красивые. Никогда не замечал, какие красивые эти антигравы. Антигравитационные платформы. Звуки в игре вообще, вот, то есть музыка, звуки, все проработано. Я говорю, в свое время для меня, да, не для меня, для нас, для нашей компании, которую мы зависали у меня на плойке, была лучшая игрушка, по сути. Только из-за нее и собирались. Так, тихо. Все, иди сюда. Я готов. А, ему в нос вообще лучше не становиться. Может распилить нас. Его хоть и направленная это, не самонаводящаяся, а направленная... Ах ты, зараза. Супероружие, оно стреляет только вперед, но оно очень мощно, если попадает. О, тихо, это мне надо. Сейчас мы к этому в туза подъедем, шмальнем разок. То он выехать походу не может, да? Не, может. А, пропустил. Ну, а чё не выстрелил? Да ты заманал, Выйди оттуда! Ты чё, угораешь? На! Догнал? На ещё! На-на-на! Упс! До свидос! Тут, блин, катается вокруг! Так, защита, походу, тоже на максимум собрана. Тяжелее всего увеличивать максимальную скорость, потому что не часто выпадает с них так называемая капелька. Мы ее называем капелька. По факту это значок максимальной скорости. Отлично. Да, руки-то помнят комбинацию вот этих усилений. Говорится, не играл очень долго, но в принципе-то... Они-то хоть и написаны как подсказки в загрузках, но... Мы запомнили, походу, все. То есть комбинации, которые можно было научиться. А научились вообще случайно. Тупо случайно. У меня аж английская версия была, английского не знал вообще. То есть, что там было написано, то подсказка или не подсказка, непонятно было. Вот, и чисто случайно, когда подобрал самонаводящиеся ракеты, нажал 3 раза вперед, и, ну, комбинация заключается в чем? Ты нажимаешь 3 клавиши, точнее, отойди от меня, ты мусоровоз, кагали моя, ну, да куда ты стреляешь? Ему надо оружие подбивать. Да, здесь есть такая возможность, что
если долго спамить по одному и тому же чуваку оружием, можете у него отлетать оружие какое-либо. И некоторые суперспособности этому способствуют, так сказать. То есть вот у нее пулемет может отбивать оружие. И там еще есть луноход, который может типа отрезать тебе оружие. Видишь, даже это продумывали. Лови. Ну, а что с него еще выйдет? Вот с нее может, кстати, выпасть антенка. Цель, прицел. А, да, если вот так вот на антигравах этих летает, и тоже поспамит в нее. Вернется на землю. Обетованную. Лови. Попадет? Да. До свидания. А? Музяка. Одна из лучших была когда-то. А, тут просто собратель. Да, это у него суперспособность такая. Обсираться, так сказать. Стоило. Стоять. Стоять! Я не буду ее взрывать, потому что если взорвать... Вот, 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 цель. Это нам надо. А с антенны еще нету, походу. Это, типа улучшение к уклонению плюс 10 написано. Ну, по сути, к маневренности. По идее, добавляет эта штука. Вот это нам нужно. Еще классно, когда оружие отпадает, видишь, оно отпадает, ну, не пропадает никуда. Оно вот, рядышком. Остается, пока не потратив все патроны. На! Что, все? Приплыл, братан? И? Давай! Да что ты будешь делать? Иди сюда. Way, такую музяку прервала. Так, ну, по сути, поскольку это тестовый видос, давай на этом закончим. Если все будет хорошо, начнем сначала все проходить, все читать, все это самое расскажу, покажу. Игра бомба, игра топ. Если ты олд, ставь плюсик и лайк, подписывайся на канал. Спасибо большое и до следующих встреч. Покедова!